Решил попробовать выращивать клубнику на подоконнике. Заказал специальный набор. Пришел он ко мне по новой почте. Ну, заказал, когда позавчера, буквально вот за 2 дня. Так, что это у нас? Ничего нету. Тут накладная. И называется все это сказочный набор. Так, выглядит коробочка, конечно, не очень, немного примятая. Но это не важно. Так, давайте откроем, гляньте. Урожай спелой вкусной клубники. Так, инструкции. Ага, инструкция. Давайте так. Вырезать отверстие по пунктирной линии на лицевой части. Сделать крестообразный надрез по полиэтиленовой пленке бункера для растения. Ага. Короче, вот наливать 150 мл в день. На сайте я читал, что клубника уже должна быть после 3 недель. То есть 20 дней в среднем она созревает и уже готова. Так, по пунктирной линии сделать. Ага, вот пунктирная линия. Вырезаем. Ой. Давно я ничего не вырезал. Так, сделать вот здесь крестообразный надрез. Ага. Делаем вот так вот его. И сюда вливать 150 миллилитров. Мне кажется, 150 миллилитров будет много. Так, раз. Два. Три. Так, вот так все это выглядит. Ага, видите, там корни уже есть. Так. Знаете, немного модифицирую. Так, есть у меня скотч. И сейчас все это аккуратненько мы оформим. Вот таким вот образом. Вот эту часть загнем. Раз, прилепили. Так, это. Ой, тут корень. Гляньте, его надо внутрь. А, гляньте, вот тут уже даже целые ростки. Так, ссылочку, конечно, оставлю в описании. Заказывайте такой. Или дождитесь моего второго видео, когда уже я покажу результат. Так. Вот так вот. И вот так вот. Так, а ну. Интересно, мне дату изготовления не пишут. Нет, знаете, нигде нету. Написано, кстати, Республика Эквадор. Так, сейчас давайте нальем водички. Вот, воспользовался мерным стаканом. Так что все четко по инструкции. Ее я прочитал до того, как использовать. Но мне кажется, это много воды. Так, налили. Ну и все, поставлю на подоконник. Ждите второго видео уже с урожаем.